Здравствуйте, Сергей Юрьевич. В первую очередь хочется поздравить вас с победой. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Спасибо за поздравление. Я думаю, сложный матч получился. Вот и трудная победа. Потому что Черноморец отдал нам инициативу. Мы играли первым номером. Владели инициативой, особенно первый тайм, наверное, потому что мы создали очень несколько неплохих моментов. Опять же, не совсем то получилось, та игра, которую планировали, потому что, ну, наверное, качество поля в плане того, что мы работаем на земле, а здесь поле быстрее, другой отскок, и в этом плане нам надо было больше времени на принятие решения. И было давление со стороны Черноморца, поэтому где-то мы, наверное, у нас не получилось то, что мы запланировали. Наверное, скорее всего, из-за поля, потому что все-таки вот такие моменты присутствуют. Там хорошая игра получилась. Настоящая такая кубковая, тяжелая, боевая. Естественно, я доволен результатом, то, что мы пошли в следующий раунд кубка. Черноморец вышел сегодня практически, ну, в основном молодежь вышла. Скажи, против молодежи всегда тяжело играть, так как они заряжены на игру, они пытаются показать себя, доказать. Скажите, пожалуйста, вот сложно действительно было играть? Вы знаете, не то, что против молодежи тяжело играть. И, понятно, молодежь доказывает свою профпригодность, да, тренерскому штабу. Но сейчас все команды играют в футбол, все противодействуют, поэтому с любой командой тяжело играть. Вы видели, что Черноморец отошел назад, пытался играть на контратаках, и такую оборону надо было пройти. Поэтому из-за этого получился такой сложный матч и трудная победа. Скажите, пожалуйста, что со Слинкиным? Будет он готов все-таки к следующему матчу? Ну, он не будет. Он может и будет готов, но он его пропускает, поэтому я думаю, у него будет время залечить травму. Я думаю, там ушиб, ничего серьезного. А на какого соперника вот вы хотите попасть лично? Может, из премьер-лиги кого-то? Или все-таки хотите соперника послабее, чтобы пройти дальше? Не знаю, мне все равно. Нам надо все равно выходить и играть, показывать свою игру, свой футбол. Естественно, кубковые матчи проходят с одной игры, и все равно они будут такие боевые, трудные, тяжелые, поэтому со всеми надо будет играть и добиваться результата. Спасибо большое. Спасибо. Все, счастливо.